Приветствую, друзья. Вот и картина. Наташа пишет книгу. А там космос, звезды. Она из Белоруссии. И вот эта картина. Вы теперь ее видите. Это я обещал кому-то в комменте. Кто-то спросил меня там. Это не Наташа за спиной, а там у меня другая картина. Стояла очень похожая. А теперь вот Наташина картина. А у нас вебинар. Объявление еще будет, там будет Ален, Шейла и я. Вебинар будет о том, как выходить из паники для того, чтобы принимать верные решения. Да, это очень важно, потому что очень много людей сегодня в панике. Вы знаете, это очень печально, как говорится. Да, и вот тут соседи у нас все время за стеной. Я-то думал сверху, а оказывается за той стеной. Все время долбят стенку. Там ремонт идет. Две недели. И вот представьте себе, я как автор метода «Ключ» решил, чем больше стресса, тем больше сил. И поэтому паники, страхи, долбит кто-то в вас там, соседи, или там, может быть, какие-то не складываются отношения личные. А сейчас вот эта ситуация общая, вы понимаете. Поэтому я, конечно, сделал тогда ролик «Стоп паники». Кто не видел, посмотрите. И потом обязательно посмотрите целебный ролик «Точка». «Помоги себе сам. Точка». Так называется. Да, и там есть еще и супер целебный ролик. И, конечно, я все делаю для того, чтобы люди могли воспользоваться. Все это делается, естественно, бесплатно, чтобы помочь ближнему в наше трудное время. Да и не в трудное время, в любое время надо помогать. Естественно. Посмотрите. И вот этот вебинар, который будет, конечно, очень важный и полезный для каждого, потому что там будут и новые приемы, и подход, как преодолевать паники, чтобы выходить на состояние, когда возможно принимать разумные, взвешенные решения, верные решения. Да, до встречи, друзья.